Привет. Листаешь видосики на ютубе, не зная, чем себя занять? Тогда я поспешу посоветовать тебе штучку, которой я пользуюсь уже очень давно. Онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD, в котором есть все, что нужно, дабы получить свою дозу эндорфинов. Рик и Морти. Другой сериал от создателя Рика и Морти. Смешарики. Я считаю, этого уже достаточно. Но если для тебя нет, то там есть и аниме. Не говоря уже о новинках и эксклюзивах. А главное, все это добро легально. И без рекламы. А если без шуток, то вот вам подборка контента именно от меня. И все это может быть прямо у тебя, прямо здесь и прямо сейчас по моему коду, который сейчас на экране. Ведь он дарует 60 дней бесплатного доступа к Кинопоиску HD. Но это еще не все. Вместе с этим ты получишь все плюшки плюс мульти. А это не только кэшбэк в Яндекс.Го, афише и маркете, но и замечательный стриминговый сервис Яндекс.Музыка, которым я пользуюсь несколько лет и могу рекомендовать. Кстати, лайфхак. Подпиской плюс мульти можно поделиться еще с тремя аккаунтами. Так что беги использовать мой код по ссылке в описании и наслаждайся просмотром фильмов и сериалов. Предложение действительно только для новых пользователей. Занятно. Думаешь, тебе повезет с восстанием больше, чем твоему покойному мужу? Да. Довольна теперь, да, Ализа? Это ведь именно то, что ты хотела? Ты впервые видишь, как монстр превращается в пыль. Заруби себе это на носу. Мы никогда не пропускаем шаги 2 и 3. Не слышит слова «нет», как будто она какой-то грёбаный насильник. Какой же, блять, позор. Делай свое грязное дело. Мне уже все равно. Стража, успокойтесь, чтоб вас! Я не говорила вам, чтобы вы атаковали кого-либо! Серьезно, хватит уже насилия! Пока высокий скелет находится не в самом лучшем положении, больше некому тебя защищать. Прекрасная работа, человек. Нам обоим крышка. И судя по их глазам, можно понять, что смерть одного из своих они повесили именно на тебя. Вскоре тебя окружают. Шаг вперед, малышка. Только постарайся не бежать. Так ты можешь вызвать наши охотничьи инстинкты. Может, я просто найду другую конфету? Эй, не ешьте новую девчонку, пока я не... Стойте! Не двигайте ее! Вокруг тебя все посинело. Погоди-ка. Это все ты! Ты это делаешь! Не Санс! Да, но ты не понимаешь! Она не... Ты стоишь у меня на пути, Папирус! Это не то, что королевский страж должен делать! Погоди! Прошу, послушай! Я совершил ошибку! Да мне плевать! Я пробыла в этой дыре достаточно долго! Стража! Прикончите ее и любого, кто посмеет встать на пути! Самое время валить, Кинни! Ты освобождаешься от синей атаки и снова бежишь изо всех сил. Быстрее! Затем ты закрываешь глаза. Может быть, если ты закроешь их достаточно сильно, у тебя получится пробудиться от этого кошмара. О, нет. И в кого ты, блин, вырядилась? Будет не так уж и просто объяснить. О, я уже могу сказать, что это будет очень здорово. Стоп.
То есть именно ты должна объяснить весь этот кавардак? Итак, я очень рада, что наш виновник торжества наконец-то явился. Че? Эта хрень все еще продолжается? Думал, она закончилась пару часов назад. Эй, я не держу на тебя зла, если что. Должно быть, в последнее время у тебя много забот, так ведь? Не так-то просто воспитывать ребенка в одиночку. А? Да, я могу быть совсем как ребенок. Это правда. Неважно. В любом случае, я получила то, зачем пришла сюда. Выдвигаемся, стража. У нас есть над чем поразмыслить. И мне как-то не особо-то и хочется терять еще мозги сегодня. Теперь папочка дома. Отличная шутка, ваше величество! Забавно все это слышать. Интересно, что же на нее нашло такое? Не могу представить, что ты имеешь какое-то отношение к этому шоу уродов. Да, брат? Это все в прошлом, Санж. Всего лишь маленькая путаница. А что насчет тебя, чудило? Не хочешь мне рассказать? Я... Тебе конец. Я не знаю, как даже начать. А хотя, забудь. Просто забудь. Забудь, что я спросил. На земле лежит труп, а в снегу гораздо больше рук, чем мне нужно было увидеть за один день. Но кажется, все в порядке, так что... Давай просто скажем, что мы квиты. Похоже, что он готов забыть об этом. Он пытается извиниться за тот раз? Санс! Почему же ты не рассказывал мне о том, что у тебя есть дочка? Есть кто? Бан-Бан был на волоске от смерти, пока племянница Папируса, она же твоя дочь, не вступила за него и не спасла! Что сделала? Мам, обоим крышка. Идиотка. Оу, я понял. Папочка дома. Это забавно. Так ты теперь притворяешься членом моей семьи, верно? Строишь из себя героя за мой счет? У тебя очень плохое предчувствие. Нет, сэр. Я тебе вот что скажу, малая. Постой, я могу объяснить. Ты будешь смеяться, когда узнаешь. Нет! Шанс! Шанс, постой! Итак, ты пришла сюда, полагая, что можешь вот так просто склонить всех на хорошую сторону. Думаешь, мелкая бздюшка в клоунском наряде – это все, что нужно, чтобы исправить нас? Это ужасно оскорбительно. Я потратил годы, пытаясь заставить народ уважать меня здесь. Но теперь я просто сраное посмешище среди дебилов. И все благодаря тебе. Ты пытаешься объяснить? Мне жаль, я не хотела, чтобы все так вышло. Я услышала, как кто-то кричал, и захотела помочь. А потом ваш брат. Хочешь и папируса втянуть во все это? Мне кажется, это переходит всякие границы, подруга. Нет, я... Ты ничем не сможешь помочь. Я уже все перепробовал. Поверь. Если этого тебе недостаточно, я покажу, что я имею в виду. Так сильно хочешь помочь нам? Хорошо. Вот предложение. Так получилось, что моей приятельнице как раз не помешала бы пара рук. Может, тебе стоит пойти и помочь ей? Пусть это будет твоей пятой головоломкой. Справишься. И ты выиграешь игру. Звучит честно. Я прав? Или же...
Ты вовсе не хочешь помогать. И ты всего-навсего подлая лгунья. Пришла сюда предать меня, как и все. Шанж! Стой! Чё как, Пепс? Послушай, прошу. Она ни в чем не виновата. Это моя вина. Я совсем запутался в том, что меня попросили сказать, и случайно назвал ее своей племянницей, Приандайн. Она просто взяла и поверила мне. Ладно, не важно. Да! Наконец-то я могу показать тебе мою пятую и последнюю головоломку! Стоп, погоди. Этого я не говорил. А? Прости, бро, но головоломку для нее я уже подготовил. Подожди, что? Но этого нет в правилах! Правила меняются. Из этого хаоса хоть что-то мне должно перепасть. Мне жаль, что ты вляпался в этот бардак, брат. Но сегодня она будет проходить мою головоломку. Я очень старался над ней. Что тут сказать? Жизнь полна разочарований. Да, очевидно. Эй, идиотка! Убегай, пока эти чокнутые не смотрят! Ну, давай же! У меня из-за тебя сердечный приступ сейчас случится! Если считаешь, что мои головоломки настолько плохие, зачем тогда таскаешь меня за собой постоянно? Но это... Вы оба позорите меня, так что кто-то должен поплатиться! Мне наплевать! Я ждал года, пока кто-нибудь не придет и не испытает мою головоломку! И если это будет не она... То это будешь ты! Я выберу. Твой тонкий голосок дрожит. Если мне нужно решать взрослые проблемы, я должна иметь возможность сделать взрослые поступки. Я тебя ненавижу. Потому я должна выбирать. Прошу тебя передумать, человек. Я, кажется, понимаю, о какой головоломке Санж говорит. Лучше держаться от нее подальше. Перестань позволять этому маньяку досаждать тебе и выбери мою головоломку. Маньяку? Да и твоя головоломка, Папирус, тоже не хухры-мухры. Помнишь, что случилось с ребенком в последний раз? Она превратила его в бассейн на заднем дворе. К тому же, так уж вышло, что моя головоломка прямо у выхода. Что? Правда? Такое может быть? Агась, отличное предложение от маньяка. Тебе не кажется? Выбирай ее, если хочешь уйти, подруга. Выход из этого места. Он говорит правду? Стой, человек! Возможно, это твой последний шанс покинуть это место навсегда. Может, моя головоломка и не подарит тебе свободу, но мы, монстры, будем рады принять тебя как одну из нас, если согласишься. Обещаю, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебе здесь было как можно комфортнее. Пожалуйста, не уходи. Прошло столько времени с тех пор, как я мог дружить с человеком. Кого из них ты выберешь? Санс? Папирус?